Друзья, сейчас мы находимся в трехкомнатной квартире по улице Мирьимского. В этой трехкомнатной квартире мы практически заканчиваем работу. И давайте посмотрим, что у нас получается. За моей спиной кухонный гарнитур, который был нами спроектирован, изготовлен и установлен. В данном пенале мы разместили поквартирный котел. Из техники у нас, в принципе, стандартный набор. Это посудомоечная машина, варочная панель, вытяжка, духовой шкаф, микроволновая печь. А в данной нише будет расположен холодильник. А за этими двумя дверями находится совмещенный санузел, прачечная, установили стиральную машину, есть возможность поставить сверху сушильную машину. Здесь у нас умывальник, перегородка, ванна три стены, ниша под ноги и скрытый унитаз с инсталляцией, встроенным шкафом. Всей инженерии. В этой квартире довольно-таки большой, широкий, длинный коридор, дверь в детскую комнату. Дверь в спальню взрослых. А это зал, и с него есть вход в большую гардеробную. Стены на объекте с комбинированной отделкой, где-то декоративная штукатурка, как здесь, в детской обои, фреска. Спальня взрослых, только обои двух видов. Для данного объекта мы разработали технический проект, который в себе содержал планировочное решение. Это план расстановки мебели и указание ее габаритных размеров. На основании этого плана мы разработали два плана электромонтажа. Это план освещения, план розеток, выключателей и слаботочных систем в виде интернета и телевидения. Друзья, если у вас нет необходимости в дорогом дизайнерском ремонте, но при этом вы хотите получить хороший, функциональный, правильный, удобный ремонт, разработка технического проекта в этом случае обязательна. И такой пакет проекта называется у нас «Экспресс-проект с электрикой», и стоит он 27 900 на такую большую трехкомнатную квартиру.